Итак, ребятулечки, всем приветик, с вами Кика Ким, и сегодня у нас будет день со мной. Я вам буду показывать, что у меня происходит, что сегодня мы будем делать, потому что сегодня довольно-таки насыщенный день, и я уже опаздываю, так как я проспала, но ничего страшного, давайте собираться. Ужасно опаздываю, поэтому решила поехать на МЦД. Я не знаю, получится или нет, но надеюсь, что успею. Человек, который ни разу один не ездил на МЦД. О май гад, осталось 2 минуты. Успела. О май гад. Ура. Я наконец-таки пересела на такси. И тороплюсь на первый урок вокала. Сегодня первый урок вокала. И я опаздываю, мне так неудобно. Не знаю, мне что-то так волнуюсь. Прям очень волнуюсь перед уроком, если честно. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алена. Меня Кристина. Рада познакомиться. Очень приятно. Может быть, на ты? А, будет как-то? Да. Ну, я буду перестраиваться, если что. Ладно, хорошо. Да. То есть, встаем спинкой. Ножки чуть-чуть вперед. Опять-таки покачаем с ними и все. Прошел первый урок, не знаю, мне так понравилось, у меня был пробный, но он все равно немножечко отличается, а сегодня уже был такой официальный первый урок, где знакомилась именно с преподавателем, где мы пели, в первый раз пела какую-то песню в микрофон, представляете, ребят, а еще пошел снег, так красно, правда, я опаздываю, но ничего страшного, я все утро опаздываю. Ну и так. Я приехала в офис, потому что мы здесь будем снимать ТикТок, великолепный ТикТок в анимешном стиле. Я буду выглядеть как Тен-Тен. Вы, наверное, очень сильно скучали по моим косплеям, потому что все об этом писали, и мы решили сделать. И вот этот прекрасный человек будет все снимать, делать, редактировать. Да, я. Да, вот. И сколько миллионов набирать? А, пока что не будем делать ставку, так сказать. Себя не будем преувеличивать. Но, ну ладно. Но посмотрим. Но надеюсь, вам понравится, ребят. Сейчас будем переодеваться. Закончились, и теперь мы собираемся на фотосессию. Четыре человека меня сейчас одевают. Вообще. Классно же. Там что-то красивое. Такой... Ой, мне нельзя отвлекаться, простите, пожалуйста. Ребятки! А? Это же капец! Это песок. О, это песок! Офигеть! А здесь у нас будет второй лук. Так классно! Первая фотосессия закончена. Я переоделась. Теперь у меня такой черный лук. Будем снимать вон там. Ой, не видно. Где мы снимаем? Мы снимаем вон там.
смотрим. Маленькая. Спасибо большое. Я достала самый лучший поток. Просто. Вы просто все самые лучшие люди на планете Земля. Лучший стилист. Бам, джаз. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Лучший хейр-стилист. Лучший стилист. Расскажи нам про Ван. Спасибо. И лучший визажист. Я вам благодарю. Посмотрите, сколько людей. Сколько людей. Только ради одной фотосессии. Представляете, а сейчас смотрите, какой лук. Смотрите, смотрите. Вау. Мне кажется, очень круто. Прям классно. Итак. Я приехала домой, и сейчас будем смывать этот прекрасный макияж. Я не знаю, мне так нравится. Конечно, все так слипается, мешает моргать, но выглядит классно. О май гад, неужели я дома? Сейчас как покушаю, как лягу, манхву почитаю и спать, потому что завтра у нас еще будет... Завтра у нас еще будут общие съемочки. Та-дам! Очень хочется кушать прям вот. Себе не представляете. Итак, сегодня был довольно-таки насыщенный денечек. Было очень много съемочек, на которые, увы, я постоянно опаздывала. Но ничего страшного, такое бывает. Итак, ребятулечки, я уже в кроватке, готовлюсь ко сну. Искупалась, покушала, все так хорошо и прекрасно. Почитаю пару глав манхвы и спать. Вот. А вас благодарю за то, что досмотрели этот влог до конца. Очень-очень надеюсь, что он вам понравился и вам было интересно за ним наблюдать. И делитесь своими эмоциями в комментариях, что понравилось, что не понравилось. Может быть, вы хотите увидеть что-то другое, обязательно дайте мне об этом знать. Вот. Всех вас люблю, всех целую, добавляйтесь в друзья. Также жду вас в других социальных сетях. Всем спокойной ночи, либо доброе утро. Не знаю, когда вы это смотрите, но всем пока-пока. Муа!